сожалению, несколько последних летних сезонов выдались в Подмосковье достаточно засушливыми. Малое количество осадков делает леса особенно уязвимыми перед огнем. Отдохнуть на природе любят все. При этом многие отдыхающие пренебрегают самыми простыми мерами пожарной безопасности, забывая, что за их нарушение предусмотрена серьезная ответственность. Прокуратура является надзорным органом, поэтому ее сотрудники осуществляют прокурорский контроль и в этой сфере. Постановлением правительства Российской Федерации о противопожарном режиме запрещается, категорически запрещается, выжигание сухой травяной растительности, стерни, а также бывают случаи, когда дачники занимаются сжиганием отходов. Указанные действия являются незаконными, и за данные правонарушения вы можете быть привлечены к административной ответственности. Административные штрафы для частных лиц составляют 5000 рублей. Для предприятий уже от 50 тысяч до миллиона. Если нанесенный природе ущерб велик, наказание будет еще строже. Хотелось бы отметить, что за нарушение в данной сфере и повреждение лесных и иных насаждений может быть, виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. Поэтому предостерегаем вас о недопустимости нарушения в данной сфере и о необходимости соблюдение требований пожарной безопасности в лесах. Случаи возбуждения уголовных дел за нарушение пожарной безопасности в лесах в Одинцовском районе не часто, но происходят. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».